Видео подготовлено сайтом online.gdz.net. Сейчас мы выполним упражнение номер 17 на странице 98 учебника математики для 2 класса автора Маро. У Володи было несколько тетрадей. Когда он купил еще 4 тетради, то их стало у него 11. Сколько тетрадей было у Володи сначала? Для проверки составь и реши задачу обратную данной. Итак, давайте посмотрим, что нам известно из условия этой задачи. Нам известно, что было несколько тетрадей, то есть неизвестно сколько. Купил 4 тетради, стало 11. Итак, нам нужно узнать, сколько тетрадей было сначала. Для этого нужно из того, что стало, из 11 вычесть то, что Володя купил, то есть 4. 11 минус 4 равно 7. 7 тетрадей было у Володи сначала. В скобках записываем букву Т с точкой, ставим тире, пишем «было». У нас стоял вопрос, сколько тетрадей было у Володи сначала. 7 тетрадей было у Володи сначала. Записываем слово-ответ, ставим 2 точки и пишем 7 тетрадей, точка. Ну а теперь составим, решим задачу обратную данной. Задача обратной данной должно быть известно то, что неизвестно было в первой задаче. У Володи было 7 тетрадей. Когда он купил еще несколько, то у него стало 11 тетрадей. Сколько тетрадей купил Володя? Из условий этой задачи известно, что было 7 тетрадей. Купил несколько, то есть неизвестно сколько. Стало 11 тетрадей. Нужно узнать, сколько тетрадей Володя купил. Было 7. Купил неизвестно сколько, стало 11. Чтобы узнать, сколько тетрадей купил Володя, нужно из тетрадей, которые стало, из 11, вычесть количество тетрадей, которых было сначала. То есть из 11 нужно вычесть 7. Получится 4. 4 тетради Т с точкой, записываем в скобках тире, купил Володя. У нас стоял вопрос, сколько тетрадей купил Володя. 4 тетради купил Володя. Записываем слово-ответ, ставим 2 точки и пишем 4 тетради, точка. Если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Если есть вопросы, предложения или пожелания, подписывайтесь на наши группы в социальных сетях.